Сиань стал ближе. С целью укрепления дружбы и сотрудничества между народами Казахстана и Китая в Алматы открылся китайский культурный центр. Он так и называется – Сиань, в честь одного из старейших городов Поднебесной. Именно с Сианя когда-то начинался Великий Шелковый Путь, и именно этот город часто называют местом зарождения китайской цивилизации. Теперь в Алматы можно не только ближе познакомиться с шэньсийской культурой, но и попробовать сианьские блюда. Вместе с культурным центром здесь открылся и ресторан. Прежде всего, китайский культурный центр Сиань открытие было, да. А ресторан – это уже часть этой культуры. Сиань – это древняя столица Китая. Это начало шелкового пути, колыбель шелкового пути. Это столица для 14 династий императоров Китая. Поэтому и кухня – это главная культура любого народа. И мы решили посредством кухни довести культуру Сианя до Алматы, до Казахстана. Город Сиань был выбран не случайно. Это историческая родина казахстанских дунган, которые полтора века назад переселились в Казахстан. Сиань также является древней столицей Китая. Более 2000 лет назад здесь появилась первая объединенная китайская империя Цинь-Шихуана, которая увековечила свое имя созданием терракотовой армии – восьмого чуда света. Сиань сегодня – это центр сотрудничества в рамках глобальной инициативы «Пояса и пути», в авангарде которого находится Казахстан. А в 2008 подписали побратимы между Камбузской областью и провинцией Шаньси. Открыли культурный центр граждане Сианя, Хуан Тао и Хуан Пэнг. Как ожидается, это место станет площадкой для культурного, образовательного и экономического сотрудничества не только между Алматы и Сианем, а также между Казахстаном и Китаем. Гости мероприятия поздравили организаторов, пожелали им успехов в дальнейшем укреплении дружественных отношений между нашими странами. По завершению церемонии открытия гостей угостили шэньсийской кухней, китайским чаем и необычным плоским сианьским лагманом.